В настоящее время департамент жилищно-коммунального хозяйства, как представитель органов местного самоуправления, в соответствии с жилищным кодексом, занимается проведением общих собраний по рассмотрению тех предложений, которые поступили от фонда капитальных ремонтов Вологодской области. Предложений именно по проведению капитальных ремонтов в 2015 году. Напомню, что данные предложения к нам поступили в феврале месяце, после чего они были переданы непосредственно собственникам по многоквартирным домам, которые попали в программу на 2015 год. Жилищное законодательство регламентирует следующий порядок, то есть с момента получения собственниками данных предложений в течение 3 месяцев собственники должны принять решение о принятии, о согласовании проведения ремонта, либо несогласовании проведения данного ремонта. Срок, скажем так, принятия решений собственниками у нас истекает, согласно поступлению данных предложений, 15-17 мая. Дальше жилищный кодекс регламентирует, что в случае, если собственники не приняли решение по данным, по рассмотрению предложения регионального оператора, то в этом случае орган местного самоуправления самостоятельно своим решением принимает и рассматривает те предложения, которые были фонда, то есть и нормативным актом закрепляет свое решение. То есть на следующей неделе мы должны будем принять решение по всем многоквартирным домам, которые не рассмотрели предложение регионального оператора. Напомню, что всего у нас таких домов было, которые вошли в программу на этот год, 35 многоквартирных домов.